То, что в Швеции полным-полно шведов, сегодня не так очевидно. Но то, что в Китае полным-полно китайцев, это точно. Жилось им в последнее время совсем не сладко. Коронавирус замучил. Точнее, не сам ковид, а жесткие карантинные меры, введенные партией. Тех, кто не соблюдал карантин, отлавливали прямо на улицах, не работала почта, потому что все сидели дома. Кстати, и ваш, не пришедший вовремя заказ, вполне возможно среди этих посылок. Но все когда-то кончается. Партия дала добро на послабление, значит, можно радоваться. Заготовлять сырье для ледяных скульптур запоздалого Санта-Клауса на улице встретить и вообще оттянуться по-китайски на полную катушку. Главное не переборщить с едой и забавой. Потому что завтра на работу. Работа, она у кого какая. Кому-то требуется сверхнормативная спецодежда. А про кого-то можно сказать: не бей лежачего. Нет, потопчи лежачего. Главное, не сгореть на работе. Думаете, что тиктокеры по домам сидят? Возможно, только не в Китае. Ну и что? У мужика обеденный перерыв. А может, у меня работа такая? Вот так вырабатывается знаменитый китайский коллективизм. Они ведь не только в ногу бегут, но это к тому же эстафета. Ура, Спартак чемпион! Копыта, сапоги, хвост. Вот его паспорт. И никакого коллективизма. И тут коллективизмом не пахнет. Здесь господствуют золотые китайские руки. А ведь загляденье. Кстати, о традициях. Вот так производят настоящую китайскую тушь, чтобы рисовать знаменитые китайские иероглифы. Как 1000, как 2000 лет назад. И рисовую бумагу, на которой иероглифы пишут, тоже творят по древним рецептам. Именно творят. Другого слова не подберу. И бог знает, сколько столетий рецепту, по которому этот повар бизнес-ланч готовит. I'm not afraid of the dark.
Эта кошка, она живая или не очень? Ага, не очень. А так хочется сказать ей кис-кис. Папа смастерил сыночку авианосец, который стреляет, который с самолетами, который плавает, ездит и летает. Пусть только попробует сыночек сказать, что у него было трудное детство и железные игрушки. А теперь немножко о китайских масштабах. Кажется, что когда еще в советское время молодежная газета написала в заголовке «Если делать, так делать по-большому», это было как раз о Китае. Где торговля, там и денежка. Чем торговали тибетские монахи, мы не знаем, но считать им не пересчитать. Кто хорошо торговал, тому и бонус. Вы правильно поняли, это годовые премии раздают за хорошую работу. Просто чтобы переварить бонусы. Китайские города без всякой задней мысли. Вот какие города, такие квартиры. Крошка сын к отцу приехал. И какой же рассказ о Китае без искусственного интеллекта и всего такого? Жаль, скрипение мозгов не слышно. Только перья шуршат по бумаге. Нет, ну хватит бездушного железа. Эмоции дайте и побольше. У китайцев как-то не принято разрешать споры кулаками. Но это у мужиков не принято. А вот у плюшевых другие правила. Да и девицам обычаи не помеха. В общем, в Китае, как и везде, свои заморочки. И некоторые полезно знать, чтобы не случилось такое.